Продолжаем. Давайте готовимся к тому, чтобы флот наш объединился. Но переставать строить флот и армию мы не будем ни в коем случае. Нам нужно и дальше это делать любыми возможными способами. Пока у нас будет война идти тем временем. Например, эсминец построен. Объединенная земля объявляет войну империи Йонстар Доминейшн. Доминион, то есть. Ну уж, я думал, мне кто-то войну объявил, и мне париться не придется. Но нет. Все предупреждать о том, что ужин готовится. Китаура, где-то через час, наверное. В течение часа все вполне будет безопасно в этом смысле. О, Трек Клак объявляет империю Спарен Доминиум своим врагом. Давайте будем им помогать в этом. Сделаем их вассалами, и все втроем нападем на вот этих пингвинов. Хорошая же идея, да просто шикарная же. Технологии у них там сильнее. Ага. Бабушке своей расскажете, когда на тот свет попадете. Фух. Может быть, построить космопорт еще один. Тут у нас как. Ну, некоторое время я не буду уделять внимания тому, что происходит на поверхности. Кто-то опять переселяется на Замбис. Зачем на Замбис переселяешься? Тут и так вообще негде селиться. Так все застроено уже. Нужно, кстати, наверное, исследовательских зданий построить в эти клетки. Плюс ко всему прочему энергии исследования. Хотя у нас тут на минералы очень хорошие бонусы, с другой стороны. Вообще Замбис отличный мир. Запишись, говорит Замбис. А я записался перед тем, как перерыв сделать. Все, поехали. Влетаем котиком. Начнем с того, что мы, если полетим, скажем, сюда, то это будет вот так, то вот так. Тогда в Телет отправляемся, чтобы из Телета улететь и сразу же вторгнуться. Самое главное сразу убить их флот, и только потом, когда мы разделаемся с ним, отдельно сражаться с флотом Второй Империи. Обнаружена цивилизация Тваксидар Civilization. Нам следует построить над планетой станцию наблюдения. Эта цивилизация еще не вышедшая в космос. Она недавно вступила в промышленный век. Электричество и двигатели внутреннего сгорания получают все более широкое распространение. Интересно, это где у нас? Океанический мир. Надо срочно рядом с ними океанический мир строить, пока они не полетели куда-нибудь. Construction complete. Больше констракшена. Нет, не сюда. Корветики, корветики, давайте, родимые. Что-то минералы падают, энергия падает, энергии вообще нету. Из-за того, что флотилии перелетают, понятно. Она очень долго перелетает, он, видите, почти месяц они перелетают. В общем, почти. Ровный месяц. И мы объявляем им войну. Что мы хотим? Сделать их вассалами. Наша основная задача — подтвердить. Автоматический ответ от Империи Котиков. Мы просто хотим жить в мире. Неужели это так сложно понять? Да. Мы не понимаем мира. Мы понимаем только войну. Они с нами тоже в войне сейчас. Из-за этого. Варп-прыжок готовится. Вармхолинг, точнее говоря, наверное. Не знаю, как его назвать. Ставить панику по энергии запас колоссальный. Ну да. Да и тем более на плюс ноль. Сейчас чувствую, кто-нибудь улетит в другие миры, например, с World of Dreams отсюда. Это 17 месяцев. И все, мы без энергии остались. На World of Dreams, в общем-то, дела идут плохо. Наверное, потому что Daydreamer нету в чате. Я думаю, это именно из-за этого.
Не хватает этого присутствия. Ты представляешь, что котики согласятся? Mm-hmm. На что? Стать вассалами, конечно, согласятся. Берег котиков. Газ Грейзерс. В общем, ломаем. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. System survey complete. Construction complete. Ой, сколько всего сразу. System survey сразу же закончен. Construction закончен. Что там построили? На Zambis Prime что там построили? Эсминец? Да, эсминец. И опять не работают кнопки. Да что ж ты? А, не работают, потому что мы в бою находимся, понятно. Situation log updated. Так, наш флот справился. Теперь отправляемся сюда. Ты им войну объявляешь, они... Не надо, мы и так готовы, говорит Китаура. Нет, они говорят, что зачем? Вы не понимаете, мы же хотим мира. Какое готово вообще? Объединить. Армия строится для вторжения. 4К флот появился на радаре. Армия котиков готова. Что у них, интересно, за корабли? Давайте посмотрим. У них малые космические торпеды и щиты, как у нас. Во-во-во, тоже уклонение, тоже плазменные двигатели. Слушайте, да они прям такие же, как мы, братья по разуму. У нас, правда, плазменные торпеды второго уровня, насколько я помню. Ну-ка, сейчас быстренько проверим, второго ли. Первого. Малые космические. И у них... А, нет, я просто на свое... я не туда посмотрел, извиняюсь. У них средние квантовые ракеты и малый УФ-лазер. И щитов мало. Упс. Не то энгейджем. Осторожней. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Нету ли у нас враждебного флота здесь? Есть. Сейчас нам все станции порушат. У них тоже 4000. Надо туда перелетать после этого боя срочно. Паника, все плохо. Hostile fleet engaged. Construction complete. Да, и мы прям разгромно побеждаем. 3000, 2000. Hostile fleet engaged. Так, вражеский флот куда ушел? Куда делся? Берег котиков, враждебная флотилия, это что такое? В общем, непонятно. Куда-то вражеский флот ушел. Но надо его догонять, видимо, будет в итоге. Situation log updated. У нас уже 13% из 60 необходимых. Разделяй, облизывай. Да. Так, ну чё, бомбить сейчас планеты не имеет смысла. Разрушаем вармхольную станцию. Летим сюда. Здесь строим. Класс Тентакль, корабли. Соперничество прекращено. Ну, понятно, и что дальше?
Флот у нас, ну, не сильно меньше стало. Упало чуть-чуть количество кораблей. Station under attack. Где? Ё-моё. Так, у нас уничтожили вармхольную станцию. Это очень плохо. Срочно сваливаем. Да что такое-то, а? Так, ладно, я вторгаюсь тогда в... Как я не вторгаюсь вообще? Уничтожили вармхольную станцию просто. Разделили. Но мы сейчас построим, конечно, ее заново. Блин, надо их флот перехватить каким-то образом. А для этого нужно к ним вторгнуться. А мы это сделать не можем из-за того, что вармхольную станцию уничтожили. Но это сейчас быстро, конечно, будет через два прыга. Тем более прыг на этом корабле он делается элементарно. Ладно. Куда они улетели? Куда делся корабль, который вот уничтожал эту станцию? Вот он. Блин. На ВХ станции надо крепость ставить. Не поможет. А это почти не задержит их. Hostile fleet engaged. Давай мы тоже вармхолы поломаем. Hostile fleet engaged. Они улетели, уничтожили вот этот вармхол и свалили. До сюда, видимо, они долететь то ли не могут, вот до сюда, то ли что, то ли не хотят. Так, научный корабль закончил что-то изучать. Что еще мы изучим? Фиг знает, ой, фиг знает. Даже не знаю, просто вернуться. Давайте с научным кораблем, пока это вообще не важно. Так, тихо, 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 тихо. Не снимайся с паузы. Все сложно-то какая. Достроили космопорт 5 уровня. Что у нас есть? Торпеды 2 уровня хочу. Сборочная ветвь нет. Оборонительная станция. Линкоры космопорта. Очень большого уровня. Давайте быстренько металлокерамические материалы, чтобы просто крутануть, так сказать, барабан до следующей очереди исследований. Прими за правило иметь перед войной 3-5 строительных кораблей и резерв для спама станции червоточин. Вообще их желательно иметь избыток, Грицеймос. Да. Перемещаемся сюда. Тем временем строительный корабль. Давай. Ты сможешь, я верю в тебя. Construction, где у нас? Рельех что-то там завершил. Все это нас не особо волнует. Главное, война. Сборочный верфь крейсеров. Но это не скоро. Объединились. Прекрасно. В рельехе больше корветов. У них 4К флот, я видел максимум. Но вроде наравне пишет. Ждем того, когда у нас появится вармхольная станция заново. После этого перелетаем к ним. Строительные корабли. Так, аномалии изучаем. Даже не смотрю, что там за аномалия вообще.
Может, Азуру пока зачистишь? Нет, нельзя отвлекаться. Нужно их флоты перебить. После того, как у них флоты кончатся, то можно, соответственно, с ними воевать уже что угодно делать. То есть нужно сначала им их военную мощь снести. Какой уровень сложности? Сложный. Ну, то есть второй по уровню. Там у них есть нормальный, сложный и что-то вообще совсем запредельное. Construction complete. Есть. Есть контакт. Вторгаемся. Сюда. Строительный корабль сюда. Чтобы у нас были строительные корабли по обе части. Надеюсь, котики там ничего не учудят. У них основной флот, надеюсь, разбит. Давайте глянем на то, как они хуже некуда по сравнению с нами. У них вместимость флотилии слабее, и они по сравнению с нами помощи флотилии хуже некуда. Отлично. Возьми пример с искусственного интеллекта. Снеси ВХ, построил ВХ и пару рабочих, а также... А, снесли ВХ, построил ВХ и пару рабочих, а также совет ВХ в каждой обитаемой системе. Ну, это да, это довольно неплохая идея, прям вот везде натыкать. Переселяются 17 месяцев, окей. Чё, такое впечатление, что не заново переселяются. Еще один прыг остался. Рельеф закончил строительство. Хорошо, строим еще корветов. Ассанис 6 является... А, Ассанис 4 является объектом нашего исследования. Примерно 5000 лет назад кто-то воспользовался лазером. Какая известная история. Постоянно, 5000 лет назад, кто-то лазером делал всякие непотребства. Так, окей. Hostile fleet. Переместиться. Мы находимся рядом с боевой станцией и... Это что, у них станция на Зинка? Жесть. Отрицательный баланс. Это не страшно. Так, хорошо. Снесли. System survey complete. Hostile fleet engaged. Привет, Эвери. Пиксель говорит, кстати, у меня хорошо зарекомендовала тактика войны отжать 1-2 планеты, а потом к следующему противнику. Самая лучшая тактика — убить флот, а потом сделай, что хочешь. Ну да, конечно, отжал планеты к следующему, и они как бы без планет, без флота уже вряд ли себе что-то в ближайшее время сделают. ВХ в каждой системе требует энергостанцию в каждой системе, где есть энергия, говорит Гримуар. Энергостанция. Ну да, не обязательно прям в каждой системе, где есть сами эти, как их там, вармхольные станции. Научные корабли все еще могли закончили. Вроде обломков никаких у нас тут... А нет, обломки есть, но я не полечу в эту систему, когда там могут появиться внезапно какие-нибудь враги. Так, давайте смотрим на более такую крупную карту, на более крупный вид. Корвет убивают. Не убивайте мои корветы, они мне пригодятся еще, чтобы ваши домашние миры захватывать. Ну и снесем заодно добывающую станцию, чтобы у них энергии поменьше было, а после этого переправляемся в следующую систему. Construction complete. Где же их флот-то? Почему я его не вижу? Так, строительный корабль нам нужен, который отправляется, например, сюда. Строить червоточину прямо здесь. Или не здесь, или вот тут.
Да, пока, наверное, просто вернуться. А флотилия опять объединяется. И летит сюда. Против большого количества противников не получится сразу вассалом сделать. Скорее они тебя мелкими атаками измотают и порушат инфраструктуру, говорит Пиксель. Новый контакт. С конфедерацией какой-то. Контакт установили. Избранный глава империи вас приветствует. Мы верим в право каждого разумного существа удовлетворять свои личные духовные потребности. То есть они спиритуалисты, походу. И надеемся, что вы разделяете наше убеждение. Да, у нас одно божественное наследие. Где вот они? Ну, слава богу, не здесь. Тут еще можно что-нибудь колонизировать будет. Объединенная земля разрастается. Этот вот Валурт Интерстеллар Доминион тоже достаточно большой и опасный. Они сильнее нас, причем во всем. Империалисты-гегемоны. Глобальная монархия. Фанатический коллективизм и ксенофобия. Ну, неудивительно, они со всеми воюют. Они просто воюют со всеми сразу. Жесть. Ребята, вы там объединяйтесь против них. Лисички тоже, кстати, плодятся, размножаются. Наши ксенофобы-милитаристы. То же самое, заметьте, ксенофобы-милитаристы просто всех захватывают. Ох, надо лисичек выпиливать тоже будет. Но сначала птичек. На этих мирах. А тут нечего добывать. Ну да, бывает такое. С какой скоростью размножаемся? С маленькой. Здесь вроде бы все плохо. Базовую шахту, наверное, тут и там надо воткнуть. Еще одна станция. Hostile fleet. Еще где-то hostile fleet, что ли, есть? А, ну вот еще. Небольшой только что построенный флот. Юху! Убили подкрепление. Тебе империя котиков далась. Шерсть на тентакли налипать будет, говорит. Ну, далась, да, далась. Будет налипать, что поделаешь. Ну и сразу же строительный корабль берем наш. Пусть отправляется сюда. Строит здесь червоточину. А там кто-то приходит к нам. Пока не... А, да, это наши. Наши. Что хорошо с базовыми зданиями, они не требуют энергии для своей работы. То есть они бесплатные, по сути. Поехали сносить, все еще можно. Где же их флот? Куда он делся? Почему он так боится нас? Неужто он реально маленький? Мы уже почти у предела лимита. Нужно строить еще космопорт где-то. И, наверное, будем строить его прямо рядом с... Вот здесь вот. На этой системе. Последний, который мы колонизировали. Рядом с нашими новыми друзьями, назовем их так. Надо, главное, оставаться на глобальной карте, чтобы видеть, что происходит, если кто-то прилетит к нам куда-то. Research complete. Отлично. Континентальные миры готовы. Ух, как же я их долго ждал. Орбитальные гидропонные фермы не нужны.
Но их можно просто на всякий случай изучить. Или открыть ресурс котики. Котику, давайте котиков откроем. Так, тут у нас почти построено. Я боюсь, улетят вот эти. Нужно кем-то заменять будет. Situation log updated. А, здесь вообще как все плохо-то. Тоже надо расчищать еще. Situation log updated. Не успеваю, реально. Не успеваю. Давайте строить космопорт. Так, это будет через месяц, пока ресурсов нету. Сбиваем им станции быстренько. Пока можем. А, у нас еще построена здесь флотилия псиоников. Не построена, да. Надо флотилию псиоников сделать. Это не флотилия, а скорее наземная армия. Space Marine такие псионики. Они партизанскую войну больше ведут против тебя. Мелко, но противно гадя. Да, похоже на том. Полный лимит. Строительный корабль сейчас достроит, мы вторгнемся дальше к ним вглубь. У них и где столица-то? Квак. Или Клак. Клак. Клак, это вот это. Сразу в столицу торгаемся тогда, или сначала этот мир снесем. Ну да, в столице, наверное, надо. Там, скорее всего, весь флот. Situation log updated. Выходим за пределы гравитационного колодца, чтобы сразу же отсюда отчаливать. Construction complete. Ага, достроили. Здесь тоже достроено. Когда будет пятая популяция, она есть. Нужно апгрейдить здание центральное. Планетарное. 350 требует. Жесть. Что там по очкам войны? По очкам войны с котиками у нас вообще в этой битве 21. 21 очко. Треть где-то. Чуть меньше. О, чуть больше, то есть хотел сказать. Отступает строительный корабль. Флотилия вторгается в центральный мир. Construction complete. Понеслась. Почти 8 тысяч у нас. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Так, мы что-то убили там, походу. Ну, столицу, если они сдадут, это будет, конечно, номер. Армия псиоников у нас пока маленькая, да удаленькая. И мы можем наконец-то строить спейспорт. Он нам очень нужен. Смотрим, внезапно прилетит кто-то или они сдадут столицу просто так. О, 5200 где там? Во, 5к прилетело. Что у них за корабли? Эсминцы, крейсеры. Средний осколкомет. Разрывная автопушка. Малые бронированные торпеды. У них, кстати, да, у них щиты хорошие, но щиты им не помогут вообще. Situation log updated. Situation log updated. Мы их просто нагибаем. Situation log updated. И флот улетел. Засали. Нас нагнут, говорит Замбис. Нет, не нагнут. Они засали. Просто адово засали.
Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Construction complete. Situation log updated. Ага. Situation log updated. Давайте тогда сюда перемещаемся, ловим их. Спаран Доминион теперь в войне вместе с Тизикиан Галактик Нейшн. Так, а где этот Тизикиан? Тизикиан Галактик Нейшн, вот эти ребята коричневые, объявили войну птицам. Я думаю, им тоже надо объявить войну, соответственно, их тоже захватить, а потом птиц нагнуть. Ну, в общем, они хорошо, что воюют друг с другом, мне это радует. Нас нагнут. Нет, нас не нагнут, Замбис. И нас не нагнут. Давайте. А, замедляет нас. Что там они делают в этой системе? Сваливают, что ли? Транспортная флотилия. Мы не имеем видимости на то, что, где и как. Вторгаться, что ли, в систему по очереди. Пингвинов выпили для нас, но если даже выпили, то это плевать. Situation log updated. Situation log. 27 уже. Как бы их флот-то нагнуть, а? Как его поймать? Это основная проблема. Research complete. Research Complete. Это радует. Что хорошо, дадите квантовые ракеты, урон взрывчатого оружия, импульсный двигатель, кинетический оборонный модуль, ускоритель масс. Блин. Торпеды нужны. Не, импульсный двигатель, конечно, крут, но очень дорогой. Как думаете, импульсный двигатель взять? Двигатель. Ну ладно, импульсный двигатель. Мне торпеды второго уровня нужны просто позарез. Это на 70 месяцев опять. 70 месяцев. У нас за это время флот устареет. Давайте пингвинаторов наделаем. Скорый залог здоровья. Не, ну, конечно, с одной стороны, правда, но... И тут ничего нету. Строят. Не надо строить. Ага. Вот как раз для этого я готовил эту часть жителей. Ничего не строил для них, потому что ясно было, что сейчас переселятся. Переселились на Замбис, да? Где же вы тут живете теперь? Вообще жить-то негде. Апгрейдить, что ли? Ну, какая-то такая не самая лучшая идея. Я бы апгрейднул бы... Так, во-первых, тебя. Очистим и туда поставим на еду. Вырезай по одной системе методично и жестоко. Так они могут в это время партизански на нас напрыгнуть. Но мы сейчас отправимся в вот в эту систему, в эту и в эту. Три системы еще не вырезаны. Situation log updated. Так, эдиктов в силе. Эдиктов нету. Какой нам нужен? Да никакой не нужен, то есть счастливо.
Что делать, если из-за порабощенной империи в рабстве, которая добывает over 100 минералов в месяц, у меня просто не на что их тратить? Уже все склады забиты, говорит Айка Анархия. Не знаю вообще даже. Раздавай бедным. Например. Еще одну псионическую флотилию надо нанять. Сейчас мы им флот подрежем. Им нечем будет флот содержать. О, вот он их флот.